В Молдове появится система оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Назвали ее «Молд-алерт». Власти твердо убеждены, что вскоре появится возможность своевременно оповещать население о надвигающейся опасности. Проект планируют реализовать через максимум 2 года. Pentru că în ultimii ani dinamica intervențiilor în situațiile excepționale se află la cote ridicate, autoritățile de la noi s-au gândit să implementeze sistemul Mold Alert similar celor din țările vecine. Astfel, cetățenii vor primi notificări pe telefon în cazul în care aceștia se vor afla în situații de risc, precum ninsori abundente, ploi torențiale sau chiar cutremure. Поскольку не у всех, особенно у пожилых, есть смартфоны, совместимые с системой, оповещения намерены отправлять и по-другому. Чтобы охватить предупреждающим сигналом все население, должны присутствовать и другие технологии. Например, электронные сирены, телевидение, соцсети. Учитывая, что сейчас много молодежи всегда находится в соцсетях и в онлайн-среде. В Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям уверяют, Молд-Алерт исключит всякого рода дезинформацию. Предназначение системы – как можно быстрее оповестить граждан, что им следует укрыться в надежных местах. Мы хотим, чтобы с помощью этой системы можно было очень быстро собирать людей. К примеру, около 97% землетрясений, которые могут затронуть и Молдову, происходит в горах Вранча. А время, за которое разрушительная волна может достичь сюда, варьируется в среднем от 35 до 43 секунд. Если говорить о ночном времени суток, мы оповестим население, через несколько секунд они могут проснуться с тем, чтобы иметь возможность дальше укрыться в своих домах в каком-то безопасном месте. Жители Молдовы введение новой системы оповещения об опасных ситуациях приветствуют, особенно, как говорят, в контексте происходящих в мире катаклизмов. Это просто необходимо. Чем лучше подготовимся, тем лучше отреагируем. А не вызовет ли это панику среди граждан? Нам не обязательно жить в идеальном мире. Современный мир полон опасностей. Мы должны быть реалистами. Учитывая, что эти предупреждения распространяют органы государственной власти, считаю, что граждане будут более чем готовы следовать им и не делать ничего, что могло бы им навредить. Во многом зависит от того, как будет налажена эта коммуникация с гражданами. Надеюсь, все будет проводиться таким образом, что люди смогут лучше подготовиться. На днях начался первый этап воплощения задуманного в жизнь – разработка проекта. Власти задались целью, чтобы система Mold Alert заработала максимум через 2 года. По опыту других стран, как только получен доступ к финансовым ресурсам, фактически начинается внедрение системы. Это может занять до 1,5 лет, максимум 2 года. То есть система может у нас заработать уже в 2025-2026 годах. Да, это вполне реально. Общая стоимость проекта более 400 тысяч евро, а сама система стоит 5 миллионов, причем деньги в основном поступят от внешних партнеров.